як заїфіка шира, кадомики по індуніо омада, баномі нік садовор шуда, басінджі 88 сола, аз індуніо, пасіпак дружі інсан, ахмад гарбоша, апеліза, ва соро, ва аврохол. Так звали ее благороднейших религиозных родителей. Она, Аполлиза Бацоро, родилась в 26-м году в многодетной семье своих родителей, повторяюсь, благороднейших родителей. Она была третьей ребенком, где родились и воспитывались 9 детей. Получила прекрасное воспитание своих родителей. Росла очень красивой, мудрой, целеустремленной девочкой. Была светоч семьи своих родителей, как и все ее братья и сестры, к сожалению, которых уже сегодня почти не осталось. Один единственный брат ее, дай Бог ему здоровья, остался. В 49-м году она соединяет свою судьбу с прекрасным человеком, она молодым, интересным, подающий большие надежды, Лоборхай Сулейманов, который сегодня здравствует и скорбит по своей любимой жене, с которым он прожил 64 года. Рахмат Карабоша, Аполлиза Бацоро оставила неизгладимый след, след доброты, след человеколюбия, след теплоты. Оставила глубокий след не только в сердце своих близких, родных, в сердце каждого, кто имел счастье общаться с ней в процессе ее жизни. Блоборхай и Аполлиза подарили друг другу прекрасных 10 детей. Блиайна Рамагин. Рахмат Карабоша Аполлиза, Амишин Шава Рожен Ахмеддинки. Вообще Блоборхай невозможно не любить. Он интересный мужчина, красавец. Она подарила ему 10 прекрасных детей, 7 мальчиков и 3 девочек. К сожалению, при ее жизни, при жизни родителей, ушел один из их сыновей, Ахмад Карабоша, мой Йосеф. Он ахатон баганейдин, Ахмад Карабоша Илеем. Аздоме хамани шахсагон, мамбаим, نو فرمانهایی حاضر نمابد میری مشتیم باشا سلامت نو بروخای میگیم هجره بده بینیتون رحمت کرده باشا مدردونه پرناسیم سویی گوبچایشی سبری از نیمانیه چند ساله که مادر حیات نکنن سرونا نم بولنه اوچی نرو بولنه تیریت نشد ردیتیلی Последние годы она болела. Тяжело болела. Кола кавод баака борухай. Да. Это не лестные слова. Тяжело видеть свою любимую прикованной к постели. Тем не менее, он был, очень оказался мужественным мужчиной. Своим уходом, своей теплотой он продлевал ей каждую минуту жизни, когда кого чего бы. А
شما از خدا امیدواریم، از خدا طلب بکنیم، شما با خدا الهی سلامتی تیه، چون قوتیه. این حضرت گفنه 64 سال یک جا حیات کرده، لیکن من حساب کرده میشه 5 سال برای افتاده. از 64 سال زیاد حیات کرده تان شما.